Городские округа Химки и Долгопрудный станут еще ближе. Добраться из одного в другой населенный пункт жители обоих муниципалитетов смогут быстрее. Этот проект глава Долгопрудного Владислав Юдин и лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаил Раев обсудили на межмуниципальном бизнес-форуме. Мы с Леной Сергеевной, с моей коллегой, с вашим депутатом, проехали, встретились с большим количеством трудовых коллективов и поняли на этих встречах, что у нас очень много общих задач. Очень много общих вопросов. Инициативу построить единый веломаршрут выдвинули жители Химок и Долгопрудного. Михаил Раев и Владислав Юдин уже успели лично оценить состояние троп. Они совершили велопрогулку по набережной, которая объединяет два округа. На некоторых участках велодорожки уже есть, но где-то приходится кататься по неподготовленной земле. Так что работы предстоит много. Система набережных должна будет соединить Юсуповский сквер, парк Мысово и парк на Молодежной, а в Химках будет примыкать к парку «Экоберег». По словам главы Долгопрудного, этот проект уже на контроле регионального правительства. 8 месяцев мы с вами в плотном контакте, хорошо отрабатываем. Многие точки роста, которые вы сейчас озвучили, мы обязательно вместе реализуем. Совсем недавно встречался с министром благоустройства Московской области. Он подтвердил о том, что будет поддержан наш проект. И таким образом мы соединим территории двух крупных городов на территории субъекта федерации. Она у нас будет единое такое хорошее пространство, которое позволит быстро людям перемещаться, в том числе и на велосипеде. Сегодня развитие территории отдыха и создание непрерывной системы набережных является первостепенным проектом для Долгопрудного и Химок. Во многом этому способствовало участие жителей двух городов в движении общественной поддержки, благодаря которому горожане смогли рассказать о своих инициативах по преображению территорий.